очень даже быстро минские хоккеисты, и они же пытаются начать атаку. Степлтон самостоятельно. Смотрите, как легко. И дальше проходит 2-1. Красавчик-то какой, Тимоти Степлтон. Все сделал сам. Подхватил шайбу еще на своей половине площадки. Прошел без проблем нейтральную зону. Как-то пассивно против него играли хоккеисты Челябинского трактора. И Тимоти Степлтон наказал за вот эту вот вальяжность челябинцев. Смотрите, как это он сделал. Ну что, друзья, в топ-10 шайба точно войдет. Не исключаю, что войдет даже в первую тройку. Смотрите. Я и от бабушки ушел, и от дедушки. И лисицы своей на Тимоти Степлтона в данном эпизоде не нашел. Ей вроде как должен был быть Андрей.